Первая фура с гуманитарным грузом в Кустанай готовится к отправке. Сначала машины заполняют подсолнечным маслом, затем макаронами. От народных избранников Шымкента в Кустанай отправят 10 тонн продуктов. Со вчерашнего дня, с 9 утра, у нас в порте открылся пункт гуманитарный. И с того момента все жители города, активисты партии, все несут помощь. Да, что именно? Да, вот у нас, да, конечно, у нас тут... Химия, ну, личные вещи гигиенические. А что нужно больше? Побольше всего? Нужно вот эти вещи. Да? Да, для личной гигиены, да. Зубная паста. Да. У нас тут еще постельное белье тоже, да. Самое необходимое для нас сейчас. Полотенце тоже? Полотенце, нужно? Конечно, очень нужно. А вещи тут, вещи, да, да. Продукты? И продукты питания, конечно. Тоже, да? Да, тоже нужны очень. Тут у нас вот макароны, сахар, масло, что еще, заварка. Детское, да. Для детского питания тоже. Для детей тоже, да. Да. А бумага нужна? Нужна, нужна. Тоже нужна? Да. И воды побольше нам. Побольше? Да. Так, а здесь что? Тут у нас заварка, тут у нас печенье. Которые не, быстро не портятся. Да, 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 которые вот в дорогу можно там... Куда нести? В Бибичлик 3. К зданию партии «Аманат» каждый час подъезжают газели, везут самое необходимое. Партийцы провели сбор в списке товаров, продукты питания, средства гигиены, порошки и постельные принадлежности. Помимо продуктов питания, здесь еще нужны средства гигиены, это порошок, зубные пасты, ну и, конечно, строительные материалы. Жанар Ханым, скажите, пожалуйста, что несут и что нужно? Необходимы материалы для ремонта и работы. Вот перчатки, сапоги резиновые, молотки и многое другое. Предприниматели и жители Шымкента помогают. Также помогают и партийцы. Топоры. Еще привезут? А что везут? Так, ведра, тачки сейчас еще привезут наши. Много чего будет еще? Да, строительные материалы везут еще. А сколько у вас? Это все Харатовский район. Сколько у вас тонн примерно? Здесь около 4 тонн. Да? 4 тонн. 54 тонны продуктами. Сейчас еще строительные материалы привезут. Площадь пожара в Кустанайской области превысила 43 тысячи гектаров. В регионе продолжается борьба с огненной стихией. Комиссия подсчитывает ущерб. Правительству и акимату Кустанайской области поручено в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим гражданам. Это помощь от шымкенцев, которые на беду кустанайцев отреагировали молниеносно. Депутаты уверяют, в беде никого не оставят. Эта трагедия не Костаная, а наша общая. Мы должны помогать. С утра все собираем. Надо успеть к отбытию, чтобы все довести быстрее. Три фуры с гуманитарной помощью из Шымкента отправятся сегодня в дорогу в Костанай. Они приедут через 2 дня. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, Александр Крапивкин. Информационная служба телекомпании ОТРАР.